девочки и мальчики, привет всем! Привет всем. Привет. Он едет у нас очень внимательно и напряженно. Куда мы едем с Винсентом? Сегодня четверг, и мы приглашены на... Ну, это не open house, а brokers open. Помните, я вам говорила и рассказывала, в чем разница, да? Brokers open или open house. Open house проводится для посетителей, тех, кто хочет купить, а brokers open проводится для риэлторов, чисто риэлторов. Сегодня будет Brokers Open, необычный немножко, он будет вечером, то есть вот сейчас времени. Времени сейчас. Сейчас я Винсенту поставлю, куда ехать. No. Короче говоря, времени сейчас где-то 5 часов, будет он с 5 до 8, и это почти дом стоит $1 миллион. Будет, значит, ну как, пати на бассейне, с напитками, с едой, ну и куча риэлторов придет, ну и как бы... посмотреть дом. Ну и мы с Винсентом едем взглянуть, показать, посмотреть, себя показать, других посмотреть, дом снять. Поэтому будьте с нами, и буду вам показывать сейчас все, что как бы увижу. Сегодня, кстати, так интересно, сегодня разбирала, ну искала там кое-что, и наткнулась на старый альбом. Ну и, знаете, старый альбом, села рассматривать одну фотографию, вторую, и зависла на час. И как-то у меня такая мысль сегодня промелькнула, а вот фотографии давнишние, думаю, насколько я изменилась. Думаю, возьму и сфотографирую старую фотографию и встану так же, как на фотографии, сфотографирую сейчас. И вот вы сейчас, в данный момент, смотрите фотографию, которую я поместила в Инстаграме, в принципе, с разницей в 29 лет, почти в 30. В 1990 году, когда у меня Артему как раз было 2 года, и сейчас, в 2019, как раз, наверное, минут 20 назад я фотографировалась, прежде чем мы пошли. Ну, послал Артему, Артем написал: «Мама, сейчас лучше», что меня очень обрадовало. Вот. Но, честно говоря, сама так посмотрела и думаю, наверное, не так уж сильно я изменилась за 30 лет. Хотя, конечно, было много изменений в течение 30 лет, да? Люди худеют, поправляются, как-то, я не знаю, ну, какое-то время было, мне очень казалось, изменилось, какое-то время нет. Но вот в данный момент я сфотографировалась, и судить вам. Мне очень интересно, что вы напишите. Все, едем. Едем в этот дом, посмотрим, что там. Это, кстати, находится в городе Диленд, в том же городе, где мы живем. Все. Итак, девочки и мальчики, вот мой Винсент,
Посмотрите, сколько здесь машин. Вы, наверное, уже... Эй! Good to see you. Вы, наверное, уже видели, сколько машин, пока мы ехали сюда, да? Посмотрите. Дом стоит в таком вот прекрасном месте, в лесу. Вон, видите, еще одна едет машина. Мустанг. Ну что, давайте посмотрим, что это за дом. Стоит он почти 1 900 000 там с чем-то, 980, по-моему, что ли. Итак, давайте зайдем. Народу, наверное, там целая куча, честно говоря. Вон, где только люди не паркуются. Ага, так, ну сейчас посмотрим, кто есть, и мы... Вот это вот Айрин, с которой мы работали, вы ее тоже видели. А вот Вест, наш Вест. Hey, hey guys. Привет, привет. Привет. Почему бизнес карт? Ну что, мы находимся в доме. Hello. Hello. Посмотрите, какие напитки здесь дают. Champagne. Yeah, thank you. Vincent, you want champagne? Cheers. Cheers. Дверь. Здесь у нас столовая. Посмотрите, какие высокие здесь потолки. Tray ceilings. И вот мы сейчас с Винсентом. Мы видим, значит, pool area, но мы туда пойдем попозже. Посмотрите, саксофонист ходит. Пойдемте посмотрим сам дом. Здесь у нас офис. Look how nice this office, yeah? Да, очень хорошие потолки, высокие. Вот такой вот офис. I think this is doors like that moving, right? Baby, let's see, it's a sliding doors? Yeah, pocket doors. Да, вот двери вот так вот ездят туда-сюда. Вот такой вот офис. Ну что, пойдемте дальше. What is that floors for? I don't know. По-моему, бархатка. О, это мастер bedroom. Посмотрите, какой мастер bedroom шикарный. Look at this. Very good size. Ох, вот это да. Вот это да. Вот это мы любим, вот это мы понимаем. Go swimming in there. Да, Винсент говорит, можно здесь купаться, плавать. Посмотрите, гардеробная мужская. Нет, а может быть это женская, я не знаю. А это... Нет, вот это мужская гардеробная. В принципе, они почти одинаковые. И Винсент уже у нас в душ убежал. Видите, такой вот душ. А, да. Смотрите, сколько здесь души на вас поливает. Вообще, я хочу вам сказать, такой дом, допустим, в Орландо стоил бы уже 1 300 000. А в Диленде, видите, он 1 000 000 стоит. Здесь еще один душ, да. Посмотрите, как классно. Там у нас туалет. Так, здесь суперски, посмотрите, как много места у раковины мужской и у женской. И, в принципе, нет никакой дискриминации для мужчины или для женщины. Look, this is one of the not many houses where the men's side and the woman's side the same. Yeah, yeah. Все одинаково. Well, the girl has a bigger closet. Да, у женщины побольше closet, но nice. Вообще, конечно, люстра, все, посмотрите, как вообще суперски. Да... Также посмотрите на потолке два спикера, которые будут, музыка будет играть. Да. Ох, какой классный. Так, здесь у нас ванная для бассейна. Посмотрите, здесь бассейн. Вот давайте уже сразу, значит, выйдем на бассейн, раз уже мы здесь находимся, и посмотрим тусовку. Вот такая вот тусовка здесь идет. Hello. Посмотрите, здесь тинейджер у нас. О, are you playing? О, как so cool. Посмотрите, какой симпатичный. Обалдеть. Вот такой вот у нас Brokers Open сегодня. Сейчас он начнет играть. Посмотрите, какие окна шикарные у бассейна. Пойдемте посмотрим саму эрию
над бассейна. Вы посмотрите, какая красота. Боже, никакой сетки над бассейном нет, никаких заборов. Просто какой-то вот дом там есть. Наверное, дети там гуляют, играют в этом домике. Сейчас я пойду посмотрю обязательно. Нужно обязательно посмотреть в этот домик. Посмотрите, какая красивая вообще эрия. Да, трихаус называется, дом из дерева. Ну-ка, дом на дереве. Сейчас мы туда обязательно зайдем. Ну а как? Ой, слушайте, так здесь суперски, это вообще просто. Посмотрите, там тоже место, где можно сидеть у огонька. It's a nice house. Так, идем. Идем сюда. Ой, как хорошо-то в домике-то для детей. Ох, прямо отсюда можно посмотреть. Девушка говорит, здесь не так, говорит, безопасно. Предупредила меня. Окей, пойдемте обратно. Ну ладно. Я так понимаю, кто купит этот дом, наверное, значит, снесут этот дом. Раз она прям побежала ко мне, чтобы сказать. Видите, какие качели. Крылатые качели. Ну что, идем дальше. Смотрим. Так, саксофон играет. Смотрите, сколько здесь мячиков. Ой, говорю, мячиков. Сколько здесь красных-то этих корделий много. Очень красиво они смотрятся. Вот Винсент у меня идет. Слушайте, такой бассейн шикарный здесь. Молодой человек сидит, что-то жует. Что-то кушает. Тоже вот домик какой-то. Я не знаю, что здесь, кстати. Давайте посмотрим. Сейчас. Все, что я вам пока показала в этом доме, это мастер-бедрум. Честно говоря, как-то непривычно, когда столько много народу дом показывать. О, а здесь у нас парник. Парник для выращивания всяких цветов. Ну что, да, конечно, он и выглядит парником. Но думаю, а вдруг что-нибудь увидела буду другое. Вот так вот выглядит этот шикарный, шикарный бассейн. Удивительный, красивый. Сделан так чисто. Мне очень нравится, когда нет сетки над бассейном. Но она очень нужна, когда у вас очень много деревьев вокруг, чтобы не было много листьев. Да. И вот видите, саксофонист играет на трубе. На саксофоне. Все болтают. Видите, какой красивый.
Просто меня стоит, смотрит, скажет, жена с ума сошла. Итак, мы возвращаемся в дом, потому что работать-то надо, нужно же показывать дом. Мы для этого пришли, а я тут растанцевалась, понимаешь ли. Идем в другое крыло дома, вот отсюда, а здесь мы уже были, да, I am the boss написано. Здесь мы с вами зашли, это входная дверь, и давайте дальше идем. Здесь у нас столовая, и мы тоже ее видели отсюда. И здесь мы пришли на кухню, посмотрите, какая шикарная кухня и зал. Просто. И здесь подаются всякие явства, всякие кушания. И вот такой красивый зал с настоящим камином. И вот такие окна, которые просто невозможно не заметить. Они дают такой свет в эту комнату. Смотрите, как парень классно ходит, играет. И посмотрите, как смотрится этот зал. Просто обалденно. Винсент гуляет у меня. Да. А как здорово, смотрите, вот он ходит по бассейну, играет, у него беспроводные вот эти микрофоны. Вот он ходит. Классно, правда? Ну что, пойдем посмотрим дальше, что здесь есть. Здесь... Эй! Такие дядечки симпатичные ходят. Здесь половина ванны. Ну, то есть туалет, только туалет. Идем дальше, смотрим. Здесь у нас комната для гостей. Посмотрите, с таким гардеробным. С выходом тоже на парковочку. Ванна. Очень, смотрите, какая ванна, кстати. Хорошего размера тапчик. Вот такая вот, да. Вот такой вот... Так, что здесь у нас? У нас здесь, по-моему, гараж, да. Здесь находится гараж. Гараж на две машины, но это не один гараж. Это один из, по-моему, из четырех гаражей или из трех. Еще одна комната гостевая с таким вот подоконничком. Симпатичный тоже здесь. Своя ванна. Кстати, очень даже клево. В каждой, я так понимаю, I think it's every bedroom have her own. Да. Каждая комната. О, а это наш Beatles. А? Jack and Jill. А, это ванна Jack and Jill, которая разделяется. Да, ну все, поняла. Две гостевые комнаты, общий душ, две разные раковины. Вот такие. Смотрите, как интересно сделана кровать прям из дерева. Вот так. Что? Здесь еще и второй этаж. They say they have a upstairs. Okay. We need to find upstairs. Окей, нам сказали, что на второй этаж еще можно подняться. Посмотрите, чем хоть есть кормят. Курица какая-то с сыром. Всякие фрукты, джемы, кракеры, помидорки, огурчики, макароны фаршированные, бутерброды с рыбой. Ну все, вообще, чего только угодно нет. Вот Винсент нашел у меня. Для того, чтобы наливать воду в кастрюлю. Вот, пожалуйста, здесь огромная, вообще 6 комфорок плита. Да, дом вообще, конечно, очень хороший. И вот там есть, да, идем. Здесь такой маленький офис, посмотрите, рядом с кухней находится здесь и принтеры, и все, тоже такой мелкий офис, чтобы не ходить в тот большой, видимо, вот сделали такой еще маленький. Здесь холодильник для того, чтобы хранить холодные напитки, маленькая раковинка, и посмотрите, какая красивая комната стиральная. Да, очень здорово. С холодильником еще с одним. Видите, еще один холодильник. И что здесь у нас? Здесь у нас кондиционер. Ну, я вам хочу сказать, очень даже жирненько здесь, в этой комнате. И, конечно, здесь да, доска, чтобы гладить. Здесь, посмотрите, имена. Ой, не имена, а эти дни. Monday, Tuesday, все 7 дней. Туда вешайте свои. А вот еще один гараж. What are you doing here all by yourself?
Еще один гараж. Вот посмотрите на две машины. So it's a two-car garage, right? Yes. I heard this was a two-car garage. Yes. A two-car garage. I don't know. Okay. Короче, два. We don't know. Окей. А здесь тоже, видите, еду подают. Два гаража на две машины. То есть четыре машины есть места в гаражах. То есть два гаража по две машины. Идем наверх, смотрим, что наверху. Наверху у нас просто бонусная комнатка игровая. Тоже с туалетиком, без душа. А, да что ж я говорю-то, просто игровая. Тут не просто игровая, а тут Винсент у меня с ума сойдет. Винсент, that's what you like. Да. Stadium seating. Вы посмотрите, маленькая кухня. I like stadium seating. Yeah. Yeah, and look at this little kitchen, everything. Yeah. И вот такая вот комната, где вы смотрите телевизор. Обалденно просто. See, this is what I always wanted to get. Винсент очень хочет и хотел бы такое иметь. So, let's buy it. Yeah. What's moving? Who's Line? Тут там еще даже смотрите, какие фильмы и чего там переключили. Идем дальше смотреть. Представляете, чтобы купить такой дом, нам нужно 4 наших дома. 4. Ой, что-то повалилось. Нужно 4 таких дома, как у нас, чтобы купить один такой. Здесь, значит, балкончик. Балкончик полный вот этих мух. Посмотрите, вот эти мухи, они... Кстати, это не те мухи, которых я показывала, по-моему. Можете, не знаю. Ну, неважно. И вот, посмотрите, сверху вот такая вот, такой фронт-ярд с таким кольцом из кустов. Вон там моя машина стоит. Ну и, в принципе, вот подъезжают люди. Сейчас мы с Винсентом пойдем туда тусить. После того, как покажем все. Видите, риэлтор уходит. Have a good day! Thank you! Итак, что, идем дальше. Крыша, видите, не черепичная, но очень хорошая крыша такая. Винсент, try. Try what? No. Как это они играют на этих барабанах? Вставай, вставай, порточки надевай. Вставай, вставай. Я умею вот так вот. Не-не-не. В детстве, помните? Смотрите, какой интересный стульчик, например, на полу, качалочка. Ну все, game on написано, и этот вот верх так и сделан для игровой комнаты и для кинотеатра. Ну что, напишите мне, как вам этот дом. Дом этот где-то 500 квадратных метров. Народу полно. Well,
day before yesterday started out like the other. I took a stroll in the park, that's when I had it. It took a while before I figured it out what it was. Now I can't stop thinking about those eyes and the feeling they brought. The day after that I was rolling around in my bed, seeking warmth and comfort between the sheets and the pillow beneath my head. And just like that I took a look on my nightstand to see what time it was. A flashing light and the buzz from my phone. And she said, you wanna hang out? I got nothing else to do. Come meet me on the rooftop, baby. The sun is shining on the rooftop, baby. This ain't just a good time, baby. Things are getting steady on the rooftop, baby. She turns to me and says, hey yo, what do you think about the name today? She has a weird but cute smile on her face, and I scratched my head and stared her dead in the eye while I said, Dave. Nah, I was thinking more like Fred or something. We laughed and took a sip out of our drinks. Our first moment. Мальчики, смотрите, это Женя. Да, он привет. Тоже риэлтор. Женя, я только переехал. Как давно сюда. Ты живешь вообще в Америке? В Америке 26 лет. 26 лет? Так ты приехал ребенком? 16. Сюда. Мне уже 40 лет. Ну, да. А где живешь? Только сейчас переехал сюда. Откуда? С парка. Флорида. Ну, все равно Флорида. Тут так уже, что вот да, еще один риэлтор. Это да. Брат Ирины. Мы с Ириной продавали вместе дом, вот так познакомились. А, да. Классно. Да. Классно? Классная тусовочка. Be a realtor. Окей. Видите, Женя учит Винсента, говорит по-русски. Да. Говорит, ты что, не знаешь, как сказать муж? Жена. 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 Жена – это лайк, муж. Объелся груш. Вот чего-то опять. Вот это вот сестра Женина, Ира. Они даже похожи. I always wanted to be just friends.
Oh, you want me in? Yeah. Why would you want my face in? Eugene, put down your drink. Put down your drink. Okay, it's behind you. I can't handle it. With one hand. Yeah. It is a big thank you very much. Well, I just appreciate you guys inviting me, and on behalf of Sile, we have a gift basket here that has a bottle of champagne and a Publix gift card. We're going to raffle off. So. Okay, you had a tall one. One more tall one. Up high. You were too up. Up high, Eugene. It is high. Oh, my God. Yeah. All right, so I'm going to draw a card here. Yeah. I'm not looking. Should my card be in there? No. No. What? You support you? Okay, Beverly Hibbert. Beverly Hibbert. Okay, Beverly. You know she's Beverly. In the pool. Yeah, Beverly. Beverly. You want your phone back? Yes. Thank you. You almost forgot about it. I know, right? Beverly. Еда очень вкусная у них. Еда очень вкусная. Да, где вы такую еду заказывали? Bill and Frank. Очень вкусно. You know Bill and Frank, they own Bite downtown. Oh, Bite, yeah. It's a Bite food. Yeah. And the wine is from Elusive Grape. Okay, wow. Yeah, I like that place. Where's the owner? The owner's here right now or no? He came, he set it up, he left. Yeah. So his fiance is here. You can call them. Yeah, they're both twins. Yeah. Bill and Frank are twins. Yeah, I can't tell them. I talked to them. Yeah. Nice guy. Nice guy. Nice guy. They grew up here, yeah. He's got the venue next door too. Yep. He used to be in the French house, yep. Ну вот еще раз я пройдусь по бассейну. Ну очень понравилась мне эрия бассейновская, конечно, просто обалденная. На самом деле. Тишина, покой. Так, тихо, тихо. Здравствуйте. Кто из вас русский? Все. Оба. Здрасте. Здрасте. Это парни, которые делают крышу. Да, вы крыши делаете? Да. И живете в Палм-Косте. Там, где русских, никто даже на нас не оглядывается в Палм-Косте. Как Брайтон-Бич, да. Ну, Брайтон-Бич. Yes. New York City. From over there. Palm Coast, это просто столько русских. Yeah. Yeah. BBC. You know where Nyack is? Nyack. Know where the Tappan Zee Bridge is? Tappan Zee. In New York. Tappan Zee Bridge is? You know New York? Yeah, do you know New York? I don't know. Oh. Okay, because I don't. Okay. George Washington Bridge. Okay. Okay. You know where Route 9W is? Yeah. You take New York 9W down. Oh, that small miles. Little bridge? But no, Tappan Zee Bridge is over 12 miles. Винсент опять начал, короче, болтать. А мне хочется вот показать еще и еще и еще. Еще что-то там разыгрывают. Я тоже свою карточку положила, поэтому думаю, вдруг я разыграю что-то, вдруг меня выберут.
Давайте посмотрим. Я выиграл один раз. Так, что там? Винсента тянет магнитом к русским. Как он видит, что русские, все, он будет с ними говорить целый вечер. Он так любит русских. Что, конечно, может не радовать. Не может не радовать. Я не выиграла. Все. Ну ладно, давайте еще раз посмотрим вокруг. Какая здесь благодать на самом деле. А вот здесь, видите, стулья и огонь, и на песке, как на пляже. То есть вот прям пляжный песок белый привезли. Так, пока там все болтают, я вышла из дому и хочу показать дом с фасада, потому что сейчас все выбегут, начнут уезжать и уже будут потом не снять. Будет как-то так не очень. Да, конечно, парковочки-то здесь хватает на всех. Итак, давайте посмотрим дом, как он выглядит с фасада. Вот такой вот дом симпатичный на самом деле. Вы видели бэк-ярд. Слов нет на бэк-ярд. Но вот здесь вот с этой стороны. Сейчас я пройду. Вот с этой стороны здесь находятся те два гаража, которые я показывала. Два гаража на две машины. Итого четыре. Посмотрите, как симпатично сделано. Как покрашено симпатично. Даже не подумая, что это вот в принципе гаражи-гаражи. Вот так вот. Солнце, конечно, светит прямо в глаз. И я сейчас обойду, если я смогу. Да, я смогу обойти этот дом. Вот с этой стороны. И здесь, видите, здесь кондиционеры шумят. Здесь такая калиточка, которая разделяет бэк-ярд с фронт-ярдом. Вот так вот вы заходите и... Вы опять здесь, вот в этой шикарной атмосфере. Чего-то опять разыгрывать, ну-ка. Может, меня? Что-то разыгрывают прям много в этот раз. Ой, смотрите, какие-то большие коробки разыгрывают. Алвайра! Говорит, никогда ничего не выигрывала. Ну, вот видите, у меня тоже такая же карточка, тоже сзади было написано. О, oh, look at that! That's nice. Can you guys stand with me? No, I trust you. Мелисса что-то разыгрывает. Что у нас дальше? $25 на алкогольные напитки. Нет, это тоже не я. Я так говорю, как выиграла.
Она говорит, не давай мне микрофон, а только я начну его использовать. Типа буду говорить не то. Где какие риэлторы у нас красивые ходят. Эти все фотографируются с этой Эльвирой. Она Эльвира, но по-английски Эльвира. Как вот наша Эльвира, ее все Эльвира называют. Вот она выиграла такая счастливая коробку красивую с двумя бутылками вина. Ну что, надо уже домой нам идти. Я скажу вам, вечер просто прекрасный. Мы расслабились, отдохнули. Ну, как бы нам такую тусовочку устроили, да, и одновременно мой дом посмотрели, и отдохнули, и поболтали, и вон Винсент у меня до сих пор наболтаться не может, но пора домой показывать вам это видео. Мы с Женей смеемся. Винсент, what did you buy a house? You bought the place? Congratulations! Что ты подписал, в карман положил? Finally! What, did you sign a contract? Yeah, we're done. Ой, не могу. We laughing. I said, did you buy a house? Sign something? Did I buy that? No, him. I signed everything. I was getting. Oh no, I wish. Wish I bought the house. No, I was giving him the links to my music channel. Nice. I'm a musician. Oh yeah. So I was showing him how to find my YouTube and Facebook. Did you show him how to find my YouTube? You do music too? No. Hey. Слушай, я так классно здесь, конечно. Мальчишка молодец, конечно. Играет целый день, играет, играет. Ну как целый день? Часика три. Парни, слушайте, опять что-то Джон. Джоин. Вот это спонсоры. Hello. How you doing? Thank you all for coming. I'm happy to be a partner here tonight to support the other great organization. Oh, I can't hear. Это даже. She's loud already. Just... Yeah. You can edit this, right? This of course, of course. Because this is not a true representation of me. Okay. But no, there are many, many great lenders here tonight, and anybody buying a house or refinancing a house, I encourage you to work with somebody who you have a partnership with. So I'm not going to sit here and say who's the best, because we already know it's me. but no, they're great. There are great people. Okay, here. Let's see who won. I'm giving away. Cut the cord. Starbucks gift cards. You better pick me now. Starbucks gift cards. Come on. You know what? You call me. We'll go to Starbucks. You don't need a gift card. All me right. Alan Thompson. Okay. Alan Thompson. Who is Alan? He's not here. Ирина, кричи. Громко кричи. He's a sign. He'll come out. Okay. I'm gonna do. Sue left already, so I'll do it for her. Sue Tomlin, you all know her. She is with First American. Короче, title. Я ничего не выиграла в этот. I didn't win anyway, anything. Oh. Not gonna use the word saxophone. Okay. All right. Thank you. Oh, and yes. Oh. 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 Видите, сколько всяких подарочков раздают. All right. Закончился у нас пати. So, baby, what do you think about the house, about party? No, the party was excellent. House is nice, too. So, what Russian guys told you? Yeah, we're just talking. Что тебе русские парни там наговорили? So, the interesting guys? Yeah, very, very interesting. Very nice, too. They talk, you know, they just, mm-hmm. you know, just don't sit хороший there. Парень, говорит. Look at you. Да, говорит, разговаривает, не просто на тебя смотрит. As you can tell, I always find the Russians. I'm always hanging out with them. Yeah. What do you think about house? House was nice. It was nice. I liked upstairs. I liked the movie room.
Of course, the prices anymore have gone up so high. Okay, now which way do we go? Говорит дом. This way, yeah. Дом, говорит, хороший, но все дорого очень. Вообще наши цены по Флориде, я не знаю, как в других штатах, но цены во Флориде поднялись настолько высоко, просто нереально. I think anybody that wants to buy a house in Florida, they either do it now or hold until the prices start coming down, because right now it's just skyrocketing. Maybe when it's going to be very high, we're going to sell our house. It's getting there. I mean, I don't know how much more the market can make. Цены так высоко поднимаются, что мы уже думаем, может нам продать и подождать, когда начнет опускаться все, потому что было бы хорошо. Но мы никогда не знаем, когда будут опускаться. Через год, через два. В принципе, сейчас, now is the best time to buy a house, because it's still going up. That's what I'm saying. Do сейчас it now. Самое лучшее время купить дом, потому что еще год или два будут подниматься цены. Поэтому надо успеть сейчас запрыгнуть в вагон, чтобы что-то заработать на этих домах. Ну все, девочки и мальчики, спасибо, что были со мной, с нами. Еда была. Food was excellent. Yeah, really good. That was from такая, Bite. Такая была вкусная еда из нашего любимого ресторана Bite в Диленде он находится. И да, миленькие мои, любимые мои. Карточка сейчас, я сейчас поставлю карточку свою. Я риэлтор, не забывайте, пожалуйста, я не просто показываю дома, я их продаю тоже. Но вот этот дом именно, допустим, я тоже могу продать, да, если вам, допустим, будет интересно. Я, конечно, тоже так же его могу продать, хотя его выставили на продажу другие риэлторы. Вот такая у нас система в Америке. Кто-то выставляет, но все равно ты можешь этот дом продать, и они делят с тобой комиссионные пополам. Также и я, когда выставляю дом на продажу, я делюсь с риэлтором, который привел мне покупателей. Так здесь работает система. Поэтому я ставлю карточку сейчас после того, как я наболтаю вот это все. Звоните мне, пишите, узнавайте. Давайте встречаться, искать вам недвижимость во Флориде. Как Винсент сказал, что... Remember, you told me that a lot of people right now going to Florida to buy houses from everywhere. Everywhere, yeah. Because New York... Со всех штатов сейчас едут покупать именно во Флориде дома. Именно во Флориде, потому что самый быстрорастущий штат сейчас. And the one reason why they're doing that for is because Florida doesn't have any state sales tax. А, и еще, когда покупаете дом, вам не надо платить... State tax at all. А эти таксы, налог не надо платить, когда вы покупаете дом. Это тоже очень хороший критерий для того, чтобы...